Значит, здесь у нас уже представлен тоже фактурматериал, так сказать, афактурный пенополистирол. Значит, принцип афактурный практически тот же самый. То есть нарезается линейный размер пенопласт, вот, который сращивается посредством, так сказать, опускания в свежую приготовленную смесь бетонную. Вот, и через 24 часа, опять-таки, на, так сказать, посредством диффузии, проникновения материала в материал, происходит сращивание. Никакой клеевой основы здесь нету. Значит, ну это вот просто образец, который мы, в общем-то, в процессе обучения делаем с нашими, так сказать, студентами. Вот. А здесь представлен образец непосредственно уже для, значит, в городе Чита изготавливались такие вот блоки из пенополистирола. То есть пускался как бы наружный слой. Цель утепления стенок, значит, это целая, так сказать, жилищная программа малоэтажного строительства, вот, для класса малоимущих. Вот. И где вот такой вот элемент использовался. Значит, опять-таки в условиях к нам приезжал технолог сюда на обучение, вот, насколько я помню, Алла Геннадьевна. Вот. И, значит, мы вот здесь как наглядный образец апоктурили такой угловой уже. Сделали элемент, угловой пенополистирол. То есть угловой блок апоктуренный. Вот. После чего подробненько все это дело расписали и отправили все это дело вместе с ней в Читу. То есть Чита сейчас занимается вот производством, вернее, строительством, малоэтажным строительством. Вот. И наружный слой они пускают как раз уже апоктуренный такой пенопласт. То же самое, там, правда, уже в форме кирпича происходило, это строительство.